Всем привет, с вами Вестник ММА, меня зовут Никита. Сегодня клуб единоборств номер один пригласил нас на семинар знаменитого бойца К1 и ММА Алистара Овердима. Идет пресс-конференция, открытая тренировка микрокрокопа хорватской легенды. Да ладно, знаю, как их зовут, пойдем смотреть. Сегодня очень рад быть здесь, чтобы привести этот мастер-класс для вас. With me my striking coach, professor Roberto Firmino. Со мной мой тренер. Ну, я покажу некоторые техники с ним. Separate from that, I will walk a little bit. It's, we have so much people, so it's great for you coming. I will walk a little bit to look at the technique personally. Кроме того, я пройдусь по всем, потому что сегодня много людей и много пространства, и я пройдусь и подскажу что-то лично. Okay, just to go over the schedule for the night, we're going to start with... Пройдемся немножко по расписанию на следующий вечер. Yes, we're going to start with the warm-up. Начнем с разогрева. Then we'll do 1 hour K1 technique, only stand-up striking. Затем 1 час посвятим техникам K1, стойки. Then we'll have a small break where we can have some water and go to the bathroom. Потом у нас будет небольшой перерыв, когда мы сможем попить водички и сходить в туалет. Then we're going to do MMA techniques. Затем делаем техники MMA. Stand up and run. В стойке и в партере. And then after that we're going to have another short break. После этого будет еще один небольшой перерыв. Then comes the Q&A, questions and answers, where you can ask me whatever you want about my experience, my diet, my weight trainings, whatever you want about the technique that you use in this fight or that fight. После этого вы сможете задать все свои вопросы по моей диете, по работе с весами, по любым техникам, что использовал в этом бою, в другом бою, в общем, любые вопросы. And we close the evening by making pictures. И завершим мы этот вечер фотосессией. Будет смотреть, оценивать ваш уровень. Push away. Отталкивайтесь. Таз. Reset. И возвращайтесь в исходное положение. Отталкивайте таз. Yeah. Start. Поехали. And I will demonstrate the technique in air. Я буду демонстрировать технику здесь. I will show you guys a little bit. Покажу кое-что вам, ребят. Then I will come out the ring, I will walk around and I will correct on small details. По ходу упражнений я буду проходить и что-то вам рассказывать. Yeah. So let's just start with a jab. Начнем с джеба. Очень легко, мы все еще разминаемся. There and back, quick. И не забываем возвращать руку. Quick, but relax. Быстро, но расслабленно.
со мной стоит Сергей Хандошко. Сергей, здорово. Привет. Серег, расскажи про свое первое выступление на «Легенде». Как все было, как получилось? Может, не будем на первом выступлении по «Легенде». Ну как, предложили побиться заранее за месяц, вот. За месяц было предложение? Ну да, где-то так вот. Mm-hmm. Просто бой был на овертайме за месяц до «Легенды». И мы сказали точный ответ один после этого боя, ну как, uh-huh. как пойдет. Потому что же не знаешь, как все может сыграть. Насколько я помню, ты выиграл его. Да, выиграл бой. Да. Быстро получилось, да. Ну и решили побиться на «Легенду». Побились, вон, плохо побились, и все. Плохо побили. Вот прошла «Легенда». Да. Ты какие-то выводы сделал после «Легенды»? Что-то поменял в тренировочном процессе? На самом деле я очень, нельзя так сказать, что поражению рад, но по максимуму я прям благодарен, что это произошло именно на моем начальном этапе карьеры. И когда я уже там вышел бы куда-нибудь на серьезный уровень, там в Америку, вот, и там бы я свои ошибки вот так бы в бою увидел. А тут реально я открыл глаза, понял, что надо чуть спуститься с небес уже и больше к тренировкам начать такое внимание к своим слабым местам, потому что все-таки я знал, что борьба не мой конек далеко, вот. Но как-то первый бой пронесло, второй пронесло, третий, думаешь, ну, может, там и дальше пронесет. А тут оп, все попалось, и понял, что без этого никуда. И сейчас прям большой акцент начали на борьбу делать. И в последнем бою я пробовал тоже по максимуму бороться, вот это именно возня. Да, кстати, ну, последний бой я делал, ты, в принципе, только и боролся, по большому счету. Кстати, расскажи про бой. Бой был с Марвином Адемайем, насколько я помню, да? Да, такую. Мы смотрели его бои. Вот, у него много боев, 12 боев. И он так проиграл, выиграл через раз. А последние 4 боя вот в этом году он провел, все выиграл. А мы не нашли эти бои в интернете. Вот мы по-старому смотрели, он чисто ударник, которого только бросает. Ну вот как я думаю, вот родственная душа, может, в стойке побьемся наконец-то. И после первого удара он идет в борьбу. Я думаю, что такое? Вот и как-то начали бороться, возиться, и я чувствую, идет. И когда сверху лежишь, там отдыхаешь, бьешь, ну тоже интересно. Попробовал. Очень крепкий соперник, сильный такой, голова деревянная. Сколько я вот, в партере сверху лежал, добивал. Да, у тебя хорошо отработан этот удар, когда в партере из-за спины у тебя вылетает. Вот левый. Да, левый. Спасибо моим тренерам, вот, Станиславу Фомину, вот также вот Александру Сидорину, Иване Кирпе. Вот. И хорошо побились с ним, он очень выносливый. Меня особенно удивил момент, когда во втором раунде я сижу, между раундами, думаю, еще третий, а он стоит, что-то там вспотел, чуть стоит. Думаю, ой, европейцы, у них, конечно, с кардио это все. Вот. Ну и нормально там как бы выиграли. Хорошо выиграли. Ну, надеялся, конечно, все по-другому будет, но я рад, что вот 3 раунда продышался, именно эту дистанцию прошел. Вот, ну и чтобы все хорошо прошло, без травм. Отлично. А у тебя ближайшее что-то намечено или пока нет? Ну, намечено, но пока это точно прям непонятно. Это какой-то громкий турнир или пока так? Ну, про UFC будет, да, в Курске. Ну, хороший турнир, по России 2 будет показывать. Сейчас вот как бы 100% договоренности нету, вот. Ну, процентов 70-80, что я буду биться на про UFC в конце ноября. Вот, сейчас соперники начали подыскивать. Ну, было бы замечательно побиться на этом турнире, вот, потому что как бы я уже на про UFC выступал. Ну, мне понравилась хорошая организация, отличными боями. Вот, и я надеюсь, там побью. Спасибо тебе большое, будем тебя болеть. Спасибо. И вам спасибо. Смотрите «Вестник ММА» все. Очень интересная передача, очень интересные репортажи у них. Вот, ну и вообще они классные ребята. Итак, теперь у нас есть джаб, просто будем добавлять. Один, два, три. Раз, раз, два, три. Левый, правый, левый хук. So it becomes left jab. Левый джаб. Right, left hook. Прямой левый, прямо правый, левый боковой. Start. Поехали. То есть начинается с ноги и заканчивается руками. Tonight.
Правый прямой. Вышагиваете. И колено в плечи. Так. Поехали. Левый-правый. Right, I shoot. После этого покажу ноги. Yeah, one more time. Left, right, step. Вышагиваю. Grab. Хватаю. Step. And from here. И отсюда привожу. One, two. Раз, два. Step control. Up. Вышагиваю, контролирую ногу. И хайлер фист. Option. По обстоятельствам. То есть, как можете, можете комбинировать. Start. Поехали. Right. Single leg shot. Левый, правый проход в одну ногу. Control. Партер, control. Hammerfist. И хайлер фист. Рядом со мной Исламбек Кадибов. Исламбек, привет. Исламбек, расскажи, как сюда попал? Давно ли ты занимаешься? Ну, занимаюсь 7 лет. Сначала рукопашным боем, а потом тайским боксом. А сколько тебе лет? Мне 13 лет. 13 лет? Да. То есть ты почти полжизни занимаешься? Да. Тебе есть любимые бойцы? Да. Кто? Джон Джонс и Федор Емельяненко. Федор Емельяненко? Да. То есть первый Джон Джонс? Нет. Федор Емельяненко? Да. У тебя есть какие-то любимые бои? Да, мне понравился бой Федора с Кевином Рэндлманом, когда Федора кинули на шею, но он смог восстановиться и все-таки выиграл этот бой. А я слышал, что Федор сломал 3 ребра в этом падении. Да. Мощный поступок. Тебе нравится семинар? Конечно. Ты увидел сегодня какой-то новый урок для себя, новый прием? Да, ну, например, когда ногу захватываешь, что... Я просто шел вперед, а не в бок, и не закручивал соперника, чтобы тот упал. Также я не знал про удар молотком. Молотком. Да. А как серьезно ты планируешь вообще заниматься? Ну, постараюсь попасть в UFC в будущем. В UFC планируешь? Да. У тебя родители этому способствуют, или ты сам хочешь? И родители вначале способствуют, чтобы я начал заниматься, а потом и сам продолжил, сам захотел. Да. Молодец, мы тебе желаем успехов. Спасибо. Красавчик. Смотрите «Вестник ММА». Поплыл, и вы хотите его закон прикончить. So one more time, combination one, combination two. You hurt him, rushed him. Навредили его с этой комбинацией. Three hooks to finish him off. Right. И с третьей уже завершается. Left and right. Правый, левый, правый. Рядом со мной стоит Эдуард Вартанян. Эдуард, приветствую. Здравствуйте. Эдуард, расскажи, в какой форме находишься перед боем? Ну, форму я приближаюсь к пику формы. Осталось 3 недели. И маленькими шажочками выйду на пик и буду поддерживать форму.
Делаешь ли в тренировочном процессе акценты на ударку или на борьбу? Больше делаю акцент на борьбу, так как мой соперник очень хороший грэпплер и работаю над защитой от тейкдауна. Татуировки. Расскажи про татуировки. Они что-то означают и вообще, в принципе, как ты относишься к татуировкам? К татуировкам я отношусь положительно, потому что это дело каждого, что носить на своем теле, ну, в рамках разумного. Вот. Означают они японская философия. Мне нравится видение мира японскими воинами-самураями. И это олицетворяет мое мировоззрение, эти татуировки. А как ты считаешь, какой будет исход боя Филипповича и Александра? Ну, в первую очередь, ринг все расставит на свои места. Все зависит от того, как бойцы подойдут к бою. Но мне кажется несправедливо говорить о том, что Мирка Крылкоп очень стар и не в состоянии показать хороший бой. У него очень хорошая защита от тейкдаунов, и он хорош в стойке. И показал это на последнем турнире К1. И он тренируется и предан тренировочному процессу, и поэтому с дисциплиной у него все хорошо налажено. Поэтому бой будет интересный. Смотрите легенду вторую. Добро. Желаем тебе удачной спасибо, легенде. Спасибо. Давай. Придем, если болит. Вам тоже всего доброго. Все, спасибо. Да, если есть какие-то вопросы, просто хватайте Айстара, спрашивайте. Он будет ходить, поэтому задавайте вопросы. Вы очень хорошо делаете гильотину. Можете показать главные особенности гильотины, какие там есть секреты, чтобы 100% ее сделать? You are great at doing guillotine. So can you share some secrets with us? Yeah. Когда я делаю гильотину? You want guillotine? Хочешь попробовать? Yes. Okay. So I have them. First I give the knee here. Первое, я вставляю колено. Grab around the neck. После этого захвату шею. And I turn. И поворачиваю. I don't hold like this, because then you can do it. Hold like this. Да, держу очень плотно. Прикладываю руку к груди. Hip forward. И после этого подаю вперед бедра. Yeah. And then if it's not enough. I'm если это недостаточно, я вышагиваю вперед. And that should be enough. И продолжаю. И этого уже будет достаточно. Удар, сближаюсь коленом, захватываю шею и бедра вперед. Рядом со мной сидит Алистар Уверим. Алистар, hello. Hello. Алистар, первый вопрос. Твой первый поединок был в 19 лет. Помнишь этот поединок и какие у тебя были ощущения перед боем? So your first fight was when you were 19 years old. Do you remember that fight and how did you feel before and during the fight? Actually, I had my first fight was when I was 17. Mm-hmm. I started with K1 fights. I fought first 2 years K1 fights and 19 was my first MMA fight. На самом деле я начал драться выступать в 17, выступал по K1, выступал 2 года и в 19 был мой первый MMA бой. Нашел в интернете информацию, что твой прадед по материнской линии был сыном короля Вильяма III. Правда ли это? Is it true? So I found on the internet that the grandfather of your mother, he was a relative of William III. Yes. I found out about this story in 2010. Mm-hmm. The nephew of my mother did research to my family tree. And he told me that my grandfather's father, so my great-grandfather, was a bastard child of King Willem III. Now, King Willem III was a king who liked to party, he liked to have a drink, and he had many girlfriends. He actually had many kids outside of the royal house. And my grandfather's father was one of these bastard kids. Mm-hmm. Эта история всплыла в 2010 году, когда племянник моей матери проводил исследование семейного древа и обнаружил, что мой прапрадед по материнской линии был незаконнорожденным ребенком царя Вильгельма III. Этот царь, он любил веселиться, праздновать, и у него было множество незаконнорожденных детей. И вот
потомок одного из них — это я. Ничего себе. Бой у вас с Федором не удался. Думал ли ты когда-нибудь, как пройдет этот бой? And how do you think? So the question is, how do you think about your potential fight with Fedor? How would it go? Yeah, back then we really wanted to make that fight happen. I always fight to win, so we never really trained on Fedor because we never made the agreement to fight him. The fight came close 3 times, and the management of Fedor, they stopped it from happening. We wanted to fight him. Strikeforce wanted the fight to happen, but the management of Fedor didn't allow it to happen. So I never really studied tape with my team. We never really looked. But my thing is, I always train to win. I always train to KO. Mm-hmm. Ну, я всегда ориентируюсь на победу, и действительно 3 раза мы были близки к тому, чтобы устроить этот бой, но менеджмент Федора все время останавливал. Поскольку я профессиональный боец, я готовлюсь к боям, смотрю записи. Я никогда серьезно не готовился к бою с Федором, да, не просматривал там его бои подробно, поэтому не могу так подробно что-то сказать, но я всегда как бы ориентирован на нокаут, на победу. Фрэнк Миро в последнем бою проиграл Джошу Барнетту. Как ты считаешь, правомерно ли судья остановил бой? So Josh Barnett defeated Frank Mir in his last fight. Was it okay with the referee's stop? I think it was a little bit early. Он думает, что немножко рановато. Рановато. Недавно в интервью вы сказали, что если я проиграю бой, то займусь чем-то другим. Чем гипотетически мог бы заняться профессионально, если не боями? Mm-hmm. So in one of your last interviews, you said that if you lose next fight, you will do something else and you will retire. So what can a professional fighter do except fighting? Well, a professional fighter can teach, can open up a gym. There's stuff I can do. I mean, I'm not a stupid guy. Mm-hmm. I can do something. Mm-hmm. Ну, значит, профессиональный боец на самом деле много чем может заниматься. Он может учить, он может открыть свой зал. Я не глупый парень. Можно много чем заниматься. Mm-hmm. Звали ли организаторы легенды тебя непосредственно для участия в боях? Do the legend organizers want you to fight on legend show? Did they propose you to fight? No, but I'm signed with the UFC, exclusively with the UFC, and for me my goal is to get the UFC championship belt. Mm-hmm. I have no other goals in my fighting career. Ну, нет, потому что у меня есть эксклюзивный контракт с UFC, я не могу драться больше ни в каких организациях. Моя цель на сегодняшний день – это стать чемпионом UFC. Понятно. Спасибо большое. Thank you. Watch Viznik MMA.